Привет, меня зовут Даша, и сегодня мне пришла одна посылка, которую я очень долго ждала. Это украшение, это оберег. Я его заказывала за бешеные деньги на одном сайте. И вот оно пришло, и я сейчас буду это открывать. И я на самом деле очень боюсь, а вдруг мне не понравится. Вдруг я разочаруюсь, вдруг это будет страшно. Смотри, это славянский знак, это знак Коляды, очень сильный оберег от злых сил, я вот сколько за собой замечала, я когда его черчу в воздухе, когда что-то плохое происходит, и сразу все рассеивается, как будто само собой, и прямо сейчас надену, никогда не буду снимать. Вот. Поближе покажу. Видно, да? Вообще шикарные. Ну так вот полированно блестит, как будто я не знаю. Очень сильно блестит. Это серебро, это не побрякушка какая-то, натуральное серебро. Вообще, я очень счастлива. От него, знаешь, прям так и веет этой силой. Все, я пошла показывать посылку. Вот, я тебе желаю, чтобы тебя хранили добрые силы. Пока.